Когда любовь поманит, следуй ей, хотя ее пути тяжелы и круты. И когда ее крылья обнимут вас, не сопротивляйтесь ей, хотя меч, спрятанный в крыльях, может поранить вас. И когда она говорит с вами, верьте ей, хотя ее голос может разрушить ваши мечты, как северный ветер превращает в пустыню сады. Потому что любовь и надевает корону на вашу голову, но она и распинает вас на кресте. Ведь она не только для вашего роста, но и для подрезания веток, чтобы придать форму вашему дереву. Это выдержка из пророка Джибран Халиль. Потрясающее произведение, то есть советую почитать, если будет возможность. К возвращению к прошлому, вот сейчас видите эту дорогу, то есть когда я на нее вышла, то есть когда я вот сейчас еду по ней, я четко понимаю для себя, что для меня символизирует эта дорога. Так случилось, что посещая свидания, встречаясь с новыми людьми, с новыми мужчинами, ты всегда возвращаешься, я всегда возвращаюсь к своему прошлому, к своему бывшему. Да, у меня были отношения около 10 лет, даже чуть больше. Но и ты возвращаешься к ним, возвращаешься к этому человеку, то есть как бы ты с ним ни расставался. Я не знаю, как у вас это происходит, но у меня происходит вот именно, или происходило, или и происходит до сих пор именно так. Вот эта дорога, это выжженный пейзаж, совершенно ни одного цветочка, то есть нет сильных красок. Есть повороты, есть какая-то пропасть вот этой с правой стороны, в которую ты, может быть, даже готов сорваться иногда, но ради чего? Ведь, опять же, говорить однозначно об отношениях, о любви, о каком-то, да, позитивном, в позитивном ключе можно, когда ты влюблен. Но когда ты не влюблен, когда у тебя нет этих красок, ты вынужден, ну, я сейчас про себя говорю, возвращаться к прошлому, к бывшему, к экс. Для чего? Да, мы все хотим быть любимыми, быть значимыми, нам необходимо, чтобы нас любили. И вот когда мы возвращаемся на какой-то момент, не навсегда, а возвращаемся, чтобы опять уйти, наверное, мы ищем подтверждение своей какой-то нужности, своей необходимости. Мы получаем эмоции, вот какие-то те эмоции, остаток тех эмоций, которые, может быть, мы испытывали на заре наших отношений. Hey, there is a head. I'll have some of those. Now, as you know, on the house, we need lots of falling on, Anya. Yeah? Yeah, as well. So you need a whistle. No! I think we're all trying to get your ass. Oh, and she is a nobby as well. I hate you. You mean you're not better? We got out of the bag. There we go. Now she looks like a bride. Yay! Hey, sure, bend down and make sure it's there. Yay! I love you! Excellent. Но куда они ведут? То есть есть ли у них продолжение, как раскрасить эту пустыню, да, какими-то новыми красками, ждать, пока придет весна, но, скорее всего, приход весны – это новые отношения. И у меня вопрос, я постоянно мучаю себя этим вопросом, зачем мы возвращаемся, зачем я возвращаюсь и нужно ли возвращаться. Хотя если бы я кому-то давала совет, я бы сказала, нет, не нужно, забудьте, закройте дверь, идите дальше. И, в принципе, вот знаете, как с цикличностью, с периодичностью я это делаю, да, я это совершаю. То есть я пытаюсь уйти, пытаюсь забыть, закрыть, но опять возвращаюсь. Понятно, я очень прошу комментариев, да, к этому видео, потому что оно не такое, не в моем ключе, не совсем обычное, но
тем не менее, однозначного ответа, да, вот уже нет. Ну нет, вот Джабран Халиль, он четко сказал, что это может быть, это две эмоции, две абсолютно разные. Но если сконцентрироваться на возвращении к бывшему, может быть, есть у кого-то рецепт, может быть, вы знаете, как от этого избавиться. Потому что закрыть, забыть не получается. А если не получается, что делать? Как быть? Вот такая вот у нас история, у меня история сегодня. Думайте, что вы можете направлять любовь в ее течение, потому что любовь, если она найдет вас достойным, сама направит вас. У любви есть одно желание – осуществить себя. Поэтому, если вы любите, пусть у вашей любви будут такие желания. Растаять и стать, как бегущий ручей, что поет свою мелодию ночи. Познать боль чрезмерной нежности, быть раненым собственным пониманием любви и кровоточить охотно и с радостью. Просыпаться на рассвете с окрыленным сердцем и благодарить за еще день любви. Отдыхать в послеполуденный час, размышлять о любовном восторге, возвращаться домой вечером с радостью и засыпать с молитвой за свою возможность. Возлюбленную или возлюбленного в сердце и песни благодарности на губах. And then throw away the keys. Hearing. Roger. Yeah, that's good enough. I sentenced you. Physical fair. Is it in yet? For a life of hashing.